что вы думаете, когда очередной налет, когда срабатывает ПВО, когда летят ракеты эти... Да, вот надо уповать на Бога. Господи, ты видишь, ты знаешь. Ты все знаешь, ты все можешь. А мысль приходит, а если попадут? Ну, значит, пришел час мой. Значит, пришел час. Это кто? Президент какой-то страны задумал? Или это вот так сложились обстоятельства? Случайность? Друзья, вы помните, да, когда-то мы говорили о том, что случай – это псевдоним Бога. Случайности не бывает. Любая случайность – неосознанная закономерность. Значит, так должно быть. И вот это состояние, вот эти мысли, вот это отношение к происходящему помогает нам легче переживать. Обратите внимание, как люди неверующие, не знающие Бога, начинают буквально дрожать. От чего? От страха, от осознания возможности, значит, попадания ракеты или какого-то взрыва. Мы гораздо спокойнее переживаем, потому что знаем, на все воля Божия.